А в Нижнекамске вооруженный ножом мужчина пришел в школу, которую окончил почти 26 лет назад. Бывшего ученика не пускали, был сильно пьян. После чего посетитель в качестве пропуска стал размахивать ножом. В это время в фойе учебного заведения находились десятки детей. Все подробности у Айгуль Бадрутдиновой. В 2 часа дня в 26-ю школу пришел 40-летний мужчина, утверждая, что в 92-м году он окончил учебное заведение и хочет повидать своих учителей. Вот только педагоги этому визиту оказались крайне не рады. Визитер был сильно пьян. На вахте его попросили покинуть школьные стены, но он не хотел. Хотел пройти на территорию школы к нам. Ну, она его не пустила. Он вытащил нож, стал угрожать ей. В это время у нас уходит группа продленного дня. В фойе было много детей. Здесь же находился учитель физкультуры. Именно физрук взял ситуацию под свой контроль. Он крикнул детям, чтобы они убегали, а вахтер попросил нажать тревожную кнопку. Сам же вывел вооруженного человека из школы и до приезда полиции удерживал его на расстоянии, не позволяя приблизиться к школе. Все происходящее педагог снимал на телефон. Вы пришли в учебное заведение. Вы угрожаете. Я сейчас всем гранаты. Вы угрожаете учителю и детям. Вы приходите в состоянии алкогольном. Ты что? Давай, 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 кидай! Вызвал удар на себя, так говорят сегодня об учителе вся школа. А между тем, к такому решению его побудил страх. Страх был в момент, когда он достал нож только за учеников, потому что непонятно, какими действиями он мог руководствоваться и что могло повлечь все это. Ситуация крайне неординарная, крайне чрезвычайно опасная. Задержали буйного человека подъехавшие полицейские. В результате происшествия никто не пострадал. Айгуль Бадрутдинова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Выза 112.